История службы занятости населения Ленинско-Кузнецкого началась в 1991 году, когда закрылись предприятия почти всех отраслей промышленности, и без работы остались тысячи человек. Уже тогда небольшой коллектив Центра занятости начал решать вопросы безработицы. Сегодня Центр занятости состоит из 4 отделов, и это 38 специалистов. Каждый отдел выполняет свои функции – от создания банка вакансий до решения вопросов активной политики занятости. В стране были и сложные периоды, были и, так сказать, подъемы. Естественно, конечно, коллектив всегда находился на высоте, потому что работа с людьми – это особая работа. Самое главное – то, что он, и коллектив сам обновляется. Значит, приходят новые регламенты, новые технологии, новые, так сказать, требования, проблемы. Значит, вводятся в практику активной политики и дополнительные мероприятия. Ну и сегодня хочется сказать, что положительные результаты за это время очень большие. Значит, коллектив работает слаженно, естественно, конечно, в сотрудничестве с департаментом и, главное, вот с тремя территориями, с главами, которые мы сегодня обслуживаем. Все это помогает найти работу жителям сразу трех территорий – Ленинско-Кузнецкого, Ленинско-Кузнецкого района и Полысаева. С юбилеем коллектив Центра занятости поздравили начальник Департамента труда и занятости населения Кемеровской области, а также руководители трех территорий. Ваше предприятие, независимо от ситуации, всегда демонстрировало высокий уровень профессионализма сотрудников и отличную организацию работы. Конечно, за это время менялись люди, менялось оснащение учреждения, сам подход к решению проблем занятости населения. И тем не менее, все это время вы работали на отлично. Даже если можно поставить более высокую оценку, это будет не лишним. Так как ваш замечательный коллектив всегда трудился с полной отдачей, четко понимая и выполняя задачи, поставленные губернатором области, руководством города, да и самой жизнью. Знаком «Почетный работник Центра занятости» была отмечена Марина Алла, начальник отдела трудоустройства населения, которая стояла у истоков образования службы занятости и работает здесь до сих пор. Я перехожу на работу, конечно, я стараюсь поддержать всех тех граждан, которые приходят к нам со своими проблемами, помогаем им решить эти проблемы в процессе трудоустройства граждан, какие-то личные проблемы решать в плане также трудоустройства и направление на профобучение, либо еще на какие-то мероприятия. Ну, я чувствую, конечно, удовлетворение от своей работы, поэтому хожу на работу с удовольствием. Для коллектива Центра занятости населения самая главная награда – результат их работы. Реальная помощь, трудоустройство, переобучение и психологическая поддержка сотен тысяч граждан, которые однажды потеряли работу, но не потеряли уверенность в завтрашнем дне и нашли иной источник доходов.